У нас здесь цех по производству пиццерии на колесах. Макашница. Вот. Так. Итальянец сам делает. Вот раскрашивает даже байк. Цвет итальянского флага. Вот такую пиццу он жарит. Или как, или печет. Маленькая по 89 бат. Большая 169 бат. Очень вкусная, настоящая итальянская пицца. Эту печку он тоже сам сделал. Вот. Она сделана из жаропрочного кирпича. Вот такая печка. Там газовая горелка есть. Very beautiful. И все, и можно ездить. Так, что там? Ремида Пицца Стрит. Уличная пицца Ремиды. Так, а вот этот вчера мы собирали. Эту макашницу. Это новая у него. Новая модель. Это, не знаю, на продажу что ли куда-то готовит. Я помогал ему цеплять байк. Но она у него еще не готова. А, нет, готова. А, все, понятно. Он будет на двух работать. На этой макашнице он возит стульчики, потому что покушать можно прямо там, на улице. Вот сюда загружены у него стульчики, столики раскладные. I parking that this you come take me back. You are giving my motorbike. I put that after. Okay. You can take me. Okay. Ну вот он просит помочь ему его караван отвезти на точку. Сейчас он на одной из макашниц поедет сам, вот на этой, наверное. Вот. А меня просит, чтобы я его привез обратно на его мотобайке вот за второй макашницей. Ну что ж, сейчас будем участвовать в приключении. Вот хотел показать еще, она у него оборудована светом. Здесь такой есть фонарик. Вот. И здесь даже вот такой шарик зеркальный есть для светомузыки. Все тут оборудовано. Зеркало заднего вида, пожалуйста. Держалка для сотового. Ну и весь скарб. Посуда и так далее. О. Окей. По пути она у него немножко рассыпалась. Вон там его точка, галерея 228. Так. Так. Одна на месте. Макашница, сейчас поедем за стерею. Заработала. Сейчас пойдем поближе посмотрим, как у него там процесс проходит. Ага. Сейчас подойдем.
1962. О. See different, huh? Так. Ну вот. Иллюминация работает. Все в порядке. Так, ну клиентов пока нету, поэтому мы не можем сейчас посмотреть процесс выпечки. Так. Вот тут. О. Ну-ка, ну-ка. Опа. Вау. Вау. Вот так это работает. Вот он специально показывает, как печка у него работает. Круассан. Круассан. Lemon cheese. О, ну-ка, сейчас попробую еще за круассан. Ну-ка. А, вот и пицца готова. Вау. Сделано итальянцем. О. Сейчас попробуем. Вот он меня угостить решил.